Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Castle Storm. И меня действительно удивило, почему меня из Викингландии отправили сразу на следующую миссию. Потом я читаю комментарий одного из подписчиков, и который мне пишет: Рэй, в Викингландии ты должен, помимо того, что ты вот синий кристалл завалил, нужно еще и уничтожить красный. Но вы помните, что я вам говорил, да? Меня отправили сразу на следующий эпизод. Я решил перепройти ту миссию, где мы с вами уничтожаем синий самоцвет. Вот видите, в данный момент у меня победа, и мне дают следующее задание: красный самоцвет, сюжетное. Вы представляете? То есть их нужно было делать в паре. А я уничтожил синий самоцвет, да, вышел из игры. Помните, да, мы закончили с вами серию. Потом зашел, и меня отправили уже на другое, как говорится, сюжетное задание. Так что мы сегодня продолжаем с вами миссию в Викингландии. И вот оно, сюжетное. Так, ну что же, начать бой, конечно же. Вот он, красный самоцвет. За 4 минутки успеть. Значит, будем уничтожать. А я-то думал, что-то как-то не вяжется там, да, маленечко у нас с вами. Что-то, говорю, не то. Мы, главное, уничтожили, да, свой синий самоцвет, а красный, видите ли, остался. Но вот сейчас мы с вами и будем его уничтожать. Надеюсь, так же легко и просто, как и синий. Какая-то музыка такая. Музыка, знаешь, такая вот устрашающая, как будто сейчас что-то должно случиться. Так, ладно, мы пока будем с вами бомбить в этот красный самоцвет. Как видите, пока безрезультатно. А ну-ка. Хорошо, попал я. Так, а вот это вот мне не нужно. Вот это мне здесь не нужно. Бронированные всякие всадники, да? Дай-ка я вызову, наверное, подмогу себе. Зачем я ее сейчас позвал, ума не приложу. Ладно, в любом случае будем дальше уничтожать красный самоцвет. После того, как я уничтожу его, видимо, у нас будет полностью пройдена Викингландия. Ну, а пока... пока будем стараться. В общем, лучше всего, конечно, подбивать этот самоцвет, естественно, ядрами. Для этого нужно ждать откаты по ядрам, потому что хряк вот этот ничего не делает ровным счетом. Ох, ты понял, что лазер делает? Он уничтожает мне потихоньку мою базу. Лазер именно от этого красного кристалла. Так, хорошо. Да что ж такое, я не могу пробить. Я не могу, друзья, его пробить. Давай побольше, наверное, наших пушкарей призовем, чтобы они мне помогали здесь. Этот кристалл какой-то вот не поддающийся. Он то ли под защитой какой-то, то ли что. Но нифига не могу пробить, а? Что ж такое-то? Неужели только ядрами я могу его уничтожить? Наверное, только да, только ядром. Бери, мои пушкари бомбят, и это хорошо. Они мне в этом деле очень круто помогают. Так, вот, очередное ядро у нас летит. Да, таким темпом я буду до посинения бомбить его. Что-то мне как-то совсем не нравится все. Давай, наверное, еще одного дракона призовем. Хотя надо было, наверное, лучше нам... Опа, ты понял, что он делает? Смотри, смотри, смотри. Бомбит своим этим лазером. Совсем припух, а? Ну-ка, что у меня там? Ну, вот синий кристалл я мог бомбить, да, например, тем же самым миллионером. А здесь нифига не получается. Давай просто копьями будем швыряться. Может быть, все-таки будет здоровье уменьшаться. Вообще, по-моему, по барабану, абсолютно. Так, полетел тогда снаряд. Нормуль. Ты смотри, что он делает, а. Он своими выстрелами всех пушкарей мне снес, а. Давай, так, дракон летает, и главное, никто не трогает. Хотя здоровье вот там у одного потрепано. Потрепано, да? Ага, так, ладно. Давай дальше бомбить. Так, хорошо. Ну-ка, копьями. Слушай, а может быть, когда кристалл у нас активируется, да? Только вот как... Вот, я теперь понял, когда он активируется. То есть вспышка биополя вот этого происходит. Это означает, что оно готово получить люлей. Ясненько все. То есть мы можем также обычными копьями, что ли, получается, его подбить.
все-таки только нужно попасть именно в тот самый момент. В момент активации. Зашибись, дополнительная цель провалена, время стекло. Как я должен тут за 4 минуты это все сделать? Ну это же нереально, на самом деле. Хм, очень странно. Нет, ну если бы у меня были бы ядра, наверное, прокачаны по имбови, может быть, тогда бы, да, я нанес офигенный урон и успел. Посмотрите, вон даже ядра бросают мои пушкари ему по барабану. Ну что у нас там? Есть? Ядро готово. Стреляем. Хорошо. Уже лучше, друзья. Осталось совсем немножечко. Совсем немножечко. Это относительно сказано. Совсем немножечко. На самом деле тут еще половина хп. Давай копьями по возможности будем бомбить. Потому что внизу я нисколько не переживаю. Там все у нас отлично. Мои пушкари справляются на изи. Плюс еще летающий дракон, которого я еще призову одного. На всякий случай. Да? И всадника. Пускай тут разбирается с этими олухами. Вот то, что он лазером бомбит, конечно, это да. Так, пушкарь, ты куда ты вышел? И заметьте, что вот этот вот красный кристалл, он не замораживает, в отличие от моего синего. То есть синий, получается, именно на лед, да, специализировался. А этот чисто на огонь. То есть поэтому он... Что такое, я не понял. Выделывается мне еще тут кто-то. Ханорик. Можно вызвать, в принципе, даже огра. Так, что там происходит? Он меня уничтожает потихоньку, блин, базу мою. Олух, а? Срочно надо ответку ему давать. Срочно. Как же ядро долго откатывается, а? Посмотри. Какой медленный откат. Ну, сколько? Тут, наверное, еще выстрела 3 мне нужно сделать, получается, да? Чтобы его уничтожить. А может быть даже и 4. Давай, пушкарей, вызываем пушкарей сюда. Плюс. Так, еды хватает еще на одного дракона. Вызываем его. Главное, чтобы в конце не вышел сам этот Авнарог. То начнет тут мне. Да чтоб тебе. Ничего не получается, друзья, ничего не получается. Вот, вот сейчас, наверное, можно было. Вот когда вспышка такая, во! Видишь, вот вспышка такая происходит. В этот момент, я так понимаю, кристалл уязвим. Но поймать эту вспышку как-то вот очень редко получается. Именно этот момент. Видишь, там и ядрами уже бомбит. Так, давай-ка еще пульнем сюда снарядик один. Ну все, теперь точно последний выстрел. И, как говорится, этот кристалл будет уничтожен. А дальше уже будем смотреть, что произойдет. Есть! Упал. Победа. Славная причем. Ну, так, смотрите-ка. Открыт новый снаряд. Луч смерти. Волшебное оружие, источником силы, для которого служит осколок красного самоцвета слез. То есть вы хотите сказать, что будет сейчас продолжение? Встреча с вождем? Ёпарасете. Друзья мои, ну что же, нам придется с ним встретиться. Ага, что мы с вами уберем? Я думаю, что мне здесь не нужен вот этот вот кабан. А вот этот вот кристалл я, пожалуй, возьму. И мало того, что возьму, я еще его и улучшу. Да, я его улучшу. Также мне надо улучшить Фрею. Для чего? Для того, чтобы я мог пройти второстепенные задания. Коих тут очень много. Которые уже накопились у меня там фиг знает сколько. Ну что, друзья, поехали, начнем бой. Встреча с вождем. Победите вождя Авнарога. Ты что, серьезно? У вас тут не слишком ли много псы позорные, а? Что за дело? Блин. А ну-ка. Зачем я так сделал? А, вон, вон, кто мне поможет. Магия, срочно магию. Давай. Давай, сноси их тут всех, к ядрене фене. Шикарно. Вот это я понимаю, это совсем другое дело. Так, ну что, мы можем с вами вызвать своего великана, но я пока не буду. Фрея у меня что ли здесь нет? Так, кристалл. Ага, кристаллом я тоже могу пользоваться. Замечательно. То есть в данный момент мы чисто ждем, когда появится Авнарог. А вот этот парень, ты зря сюда вышел. На-ка, оу. Ты серьезно? Ты серьезно? Да ну-ка, нафиг. Ты че?
Ты прикинь, я их пробить не могу. Я их не могу пробить. Друзья мои, я вообще не могу. 14. Дракон, давай, срочно вылетай, ты мне здесь нужен. Бесполезно этого великана вызывать. А как быть? Их тут такая орда идет. Ладно. Вообще пофиг. Ты знаешь, чем это грозит? Тем, что они меня сейчас просто-напросто разнесут к ядре Нефени мой замок. Вот и все, вот тебе и будет вся сказочка. А ну-ка. Просто на удар, ты прикинь, великана моего снесли на удар. Как быть-то, эй? Да ну. Ты посмотри, сколько их здесь идет. Они меня сейчас похитят просто-напросто флаг мой. И, конечно же, утащат его. Так, у них тут тоже дракон. Причем у них дракон, смотри, в защите, в броне. Да. Как быть-то? У меня магия это еще в откате. Слушай, они сейчас успеют. Ну-ка. Вот. Ай, кому я отдал флаг? Господи, зачем я так сделал? Лучше бы тролль нес, он медленный. А вот и Авнарог. Слушай, а флаг-то уже все, друзья, флаг-то уже утащили, поэтому проиграл я, получается, да? Слушай, друзья, вам не кажется, что это несправедливо? Откуда у него вот такие вот мощные тролли по сравнению со мной? Слушай, давай я посмотрю, что мы можем здесь с вами взять. Может быть, надо было вот этих ребят приберечь на дорожку. Так, давай-ка я зайду в снарягу, посмотрю кое-что. Так, у нас этого вообще первого уровня заморозка. Я думаю, что здесь она мне не понадобится. Так, здесь что? Здесь все ерунда. А птичка? Птичка мне здесь, наверное, не поможет. Этот кристалл, я понял, чушь собачья вообще. Блин. Что же брать-то? Ладно, я верну кабана, пожалуй, на место. Ну что, друзья, попробуем, наверное, еще разок. Ничего себе, вот эта миссия. Вот эта миссия. Если с волками можно еще как-то, ну, справиться, потому что они, ну, на изи, да? Я вот так вот их сейчас просто буду рубить, как капусту. Тихо. Да что ты такой неповоротливый-то, медленный. Ну, где там вражины? 8-й уровень тоже для меня не предел, согласись. С этим я разберусь. А вот когда уже пойдут бронированные, о, там уже, да, там уже серьезная фигня. Давай, бомби. Время стекает, и все, я отвоевался свое. Сейчас пойдут, друзья мои, тролли. Их будет здесь очень много, поэтому давай-ка тоже начну вызывать своих троллей. Но мои-то здесь проиграют. У него 14 уровень, а у меня 9. Понимаешь, да, о чем тут может быть разговор? Вообще по барабану. Просто по барабану. Ну, давай так попробуем сделать. Жесть какая-то. Просто сносят моих ребятулек на раз-два. На раз-два. Потом еще пойдут бронированные наездники, да, насколько я помню. Так, ну что, попробуем? Ну, как сказать, более-менее. Не то чтобы совсем имбово. Но, тем не менее. Так, ладно. Тут один какой-то вроде бы легкий был. Давай еще одного дракона вызовем. Дракон мой тоже почему-то не справляется, никак не может. Давай, сзади из-под тишка. Долго не повоевали мы. Так, этот 6 уровня, да? Дай-ка я вот так вот сделаю. Да чтоб тебе, ну! Камнепады, все, надо применять здесь. Блин, тащит, а? Давай, дракоша, выходи. Сейчас ведь унесут флажок.
давай, давай, давай. Всадников вот этих нужно уничтожать, друзья мои, потому что... А вот и Авнарог сам пришел. Явился, блин, не запылился. Что он там делает? Друзья, я не могу, я не успеваю. А ну-ка, отдай. Да кого ты там... Опять второй проигрыш. Уже, конечно, лучше, но... Смотри, 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 идет громозека этот. Еще с ним надо будет как-то здесь драться. Так, опять же, друзья мои, я переигрываю этот уровень. Меня совсем это не устраивает. Друзья, знаете, что я подумал? А давайте-ка мы с вами сделаем второстепенные задания, которые у нас еще остались, для того, чтобы сделать наш отряд сильнее. Например, сопротивление викингов, да, у нас орда вепри не выполнена. В деревне троллей у нас схватка рыцарей есть. Можно, в принципе, глянуть. Давайте попробуем. Нам нужно с вами золото заработать для того, чтобы пройти последнего босса Авнарога. Иначе у нас никаких шансов вообще нету. Так, выиграть гонку за золотом. Я думаю, что это задание нам по плечу. Вот оно, золотишко здесь лежит. Уже тут дракон летает, но я думаю, что мы с ними справимся. Так, давайте тоже, наверное, потихонечку будем вызывать. Так, секунду, там идет олух. Мне на него по барабану. В общем, нам нужно здесь выиграть гонку. И мы с вами постараемся. Вызываем дракона. Так, куда вы погнали? Куда ты, родной, побежал? Ты думаешь, я тебе так просто отдам золото? Наивный ты парень. Нет, у тебя ничего не получится. Так, и будем сейчас с вами бомбить ворота. Так, тихо ты, отвали. Отвали, несчастный. Вот так вот. А будем с вами мы прокачивать наших друзья, вот этих вот троллей. Чтобы они стали у нас крепкими и здоровыми, нужно как минимум до 14 уровня их прокачивать. Только после этого у них появляется супер броня. Так, ну что, вроде бы пока все хорошо. Надо вызывать теперь наших юнитов. Это будет у нас тролль и всадники. Всадники, точнее наездницы, почему хороши? Они очень быстрые, быстрее, чем, да? Кто-либо из других юнитов. Вызовем с вами шамана. Так, ну что, золотишко, сейчас мы все это с вами разворуем у них. Надеюсь, успеем. Так, кто у нас там еще на откате? Пока никого нету, да? Давай еще, наверное, вызовем одну наездницу. Так, он вызвал дракона, ты посмотри. Так, этих поджарим. Ты смотри, что делает, а? Вызываем призраков. Хорошо. Куда это ты разогнался, парень? Я что-то не помню, с какого перепуга вдруг он тут бежит. Так, ну что мы с вами можем сейчас замутить? Ну, естественно, будем вызывать пушкарей. Пушкарей — это тоже сила. Бросаем молот. Опять вышли тролли, как мы видим. Хорош тут уже. Слушай, надо его превращать. Оп. Так, и будем, наверное, потихонечку уже начинать бомбить ему замок. Во-первых, нам нужно избавиться от дракона, да? У него тут драконье яйцо. Смотри, смотри, что делает, а? Стырил золотишко втихаря и побежал, да, от нас? Ха! Наивный парень. Давай дальше бомбить. Не забывай, у него здесь, ага, было, хотел сказать, два гнезда, осталось одно. Погнали. Минусанули, отлично. Так, ну что, бросаем дальше наш молот. Как-то от него толку маловато. Где мои бойцы все? Давай, вызываем драконов, вызываем шаманов. Всех, кого можем вызвать, нужно вызывать, друзья мои. Так, бросаю молот. Бросаем молот. Так, дракон опять появился, да, значит, у нас здесь. Зачем я так бросил снаряд и даже не активировал его? Это было глупо. Можно Фрейю позвать? Можем позвать с вами Фрей. Так, тихо ты. Что там происходит, я не могу понять. Я хотел вот так вот сделать. Дракон, а, вражеский, подбил. Все-таки, да, подбил. А ну-ка, далеко ли ты собрался? Парень, а? Смотри-ка, идет. Довольный такой, ага.
Я вот не могу понять, смотрите, друзья мои, вот это что такое? Вот это вот, 2 и 10. Это что может обозначать? Вы понимаете? Я вот, честно говоря, не особо. Не особо понимаю, ладно. Этих я накрою валунами. Накрыл, так. Дракоша, ты достал уже тут летать, вражеский. Я еще и промахнулся. В общем, сейчас будет у нас, я не знаю, надо было это делать или нет. Можно было, конечно, и за кадром немножечко поснимать в плане, как я тут фармлю это золото. Погнали. Снаряд полетел. И... слабо, очень слабо. Ничтожно, я бы даже сказал, слабо. Так, давай пушкарика вызовем. Молнию. Слушай, Дракоша, ты его достал вот уже. Серьезно говорю. Просто заколебал тут уже летать. На, получи молотом. Не смогли пробить. Он всех уничтожает. Он моих пушкарей просто сносит на ура, этот дракон вражеский. Поэтому в моих интересах снести как можно быстрее ему вон то он гнездо драконье. Понимаешь? Для этого нужно еще постараться сделать. Да. Так, давай-ка я вот сюда попробую снарядик запулить. Прямо где-то вот здесь должен быть, да? Нет. Не совсем то, что я хотел. Давай, бросаем миллионер. Так, вызову, пожалуй, дракона. У нас еще такая фигня, ребята. У нас очень большая проблема с едой. Большая проблема с едой. Ну, давай, 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 уничтожаем их. Не даем им тут пройти, утащить золотишко. Куда ты собрался-то? Такой разогнался, бежит, довольный, да? Валунами их всех. Копьем добиваем. Армия, армию. Вызываем дракона. Так, Фрейю пока, я думаю, не стоит здесь вызывать. А вот снарядик запулить бы надо. Летит ядро. Только лишь какой-то деревянный настил убрали. Так, тем не менее, что-то мы ему снесли. Погнали дальше. Ну? Чуть-чуть там остается, совсем чуть-чуть, друзья. Совсем маленечко, ладно, вызываем еще одного дракона. Потому что дракон нам здесь нужен. Слушай, смотри, у него, по-моему, 3 из 10. То есть он 3 раза уже смог стырить. 4, все, я понял. Я понял, друзья, что это означает. То есть он уже 4 золота из 10 смог себе стырить. Поэтому давайте-ка мы тоже с вами будем уже вызывать наших юнитов. Потому что так дело не пойдет. Мы можем так с вами проиграть. Ну, естественно, он начинает тут бомбить. Так, уничтожаем тут. Дальше вызываем наездницу. Так, у нас с вами 3, да, 3 золота уже. Хорошо. Не позволяем. Не позволяем, говорю. Куда ты? Ты думаешь, я тебе дам унести? Сова, ах ты. Сова, совушка. Давай, наездница, выходи. Давай, бери золото и тащи. Слушай, ну, нам так выгоднее и быстрее получается, чем уничтожать ему замок. С едой, конечно, перебои. Но это все ерунда. Так, выходит следующий наездник. У него какая-то тишина. Кабана выпускает. Да и фиг с ним. Пускай пока выпускает там всяких кабанов, всякую ерунду. А мы с вами будем потихонечку тырить золотишко. Куда ты бежишь-то? Дракон вылетел. Дракон, это плохо. Давай, на... Слушай, дракон, он что сейчас будет? Он сейчас будет моих наездников всех бомбить, кстати. Вот что я тебе хочу сказать. Значит, нам нужно уничтожать этого дракона. Ну и, соответственно, викингов тоже. Так, давай-ка мы... Блин, мне не хватает, как обычно, еды. С едой вообще проблемы. Вечные причем. Этого уничтожим. Давай вот так вот. Попадать бы еще. Вот куда вы бежите, а? Ты думаешь, я вот так... Главное, он поп... Иди ты, дракон чертов. Если бы я еще попадал бы, было бы вообще шикарно. Минус. Отлично.
Он так лично там все успевает. И бомбить, и летать, и все. А у меня нет, ребят, ну потому что я-то руками играю, а он-то там, как говорится, на автобое, у него все под контролем. Дай-ка я помогу. Ага, помог. Ну, ты смотри, что делать, а? Атакует специально уже. И опять же, сейчас не удивлюсь, если мой дракон проиграет. Потому что, видите ли, у него круче, да, типа? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Подбил Фрейю бедную, а? Слушай, ну мы уже с вами все равно впереди. Так, у него уже два дракона, ты понял? У него уже тут два дракона. Так, этого уничтожим. Мой дракон даже не успел появиться, как он его просто уничтожил. Вот и все. Давай пробуем так. Отлично. Отлично. Так, вот теперь в самый раз нужно вызывать всадников. Так, сколько нам еще? Нужно 5 мешков золота стырить. И мы с вами будем победителями. Так, этого я не пропущу. Видишь, он тоже сразу начинает копьями бомбить. Так, давай, наездница, родная моя. Тащи. 6 из 10, да? Отлично. Превосходно. Смотри, что делает. Миллионер бросил. У меня нету этой защиты, никакой магии, да? Абсолютно. Иди ты в пень. Совушку захотел свою использовать. Ничего у него не вышло. Я так понимаю, сейчас у нас будет 7 мешков, да? Из 10. Друзья, 7 мешков из 10. Отлично. Золото просто рекой к нам текет. Очень великолепно. Я только рад этому. Так, давай дальше смотреть. Это 8-й мешок золота, да? Тащит у меня наездница. Сейчас вот эту халабуду уничтожу. Но минус. Осколки ледяные полетели. Замечательно просто. Так, а где наездницы? Почему их нету? Выходи быстрее, нам нужно еще с вами буквально 2 мешка утащить золото, и все будет хорошо. Блин. Не было печали, дракон вышел. Это плохо. Друзья мои, это плохо. Попасть бы по нему еще. А-а-а! Куда ты там тащишь мое золото? Так, надо этого дракона вальнуть. Он достанет им. Просто будет всех моих наездниц уничтожать. Все, я его подбил. Наездницы готовы? Давай, вперед. Всего лишь 2 мешка золота и все. Так. Мешочек она притащила. У меня наездницы кончились. А знаешь, что это значит? Что я могу вызывать только лишь шаманов. А ты представляешь, насколько медленный шаман, друзья мои. Тролля могу вызвать, точно. Могу позвать в поддержку себе троллей. Смотри, у него, кстати, мешок с золотом рядышком стоит. Вон он лежит, друзья. Почему-то его никто не тащит, как ни странно. Он, видишь, совушками начинает бомбить. Ну что же, вариант только один у меня. Вызвать тролля. Тролль, давай быстрее, мне как-то надо будет его прикрывать. А кем я его могу прикрыть, даже не знаю. Пускай пока идет. Он медленно, конечно, двигается. Но нам последний мешок остался захватить. Куда ты бежишь? Разогнался. Давай, тролль. Я верю в тебя. Вот так вот. Чтобы не летала здесь всякая шелуха. Слушай, ребята, у нас с вами сейчас будет 10 тысяч голды. И это круто. Победа-то за нами. То есть я это все делаю для чего? Для того, чтобы заработать денег для прокачки наших юнитов. Фух, закончить задание за 3 минуты. Как его можно было за 3 минуты выполнить, я не знаю. Но, тем не менее. Так, друзья, что у нас еще? Побочное задание. Орда вепри и схватка рыцарей. Пойдемте на схватку рыцарей, наверное, мы с вами. Так, что тут у нас? Ага. Ха-ха. Сэр Гаррет, повелитель троллей. Мне нравятся твои новые спутники. По сравнению с ними, ты даже симпатичный. Хм, хочу тебе напомнить, что это не я ношу на голове жестяное ведро. Хм, справедливо. Где ты был, когда твои люди в очередной раз провалили атаку? Они были слабы.
Ты мне только помогла, сокрушив их. Всегда пожалуйста. Ну, теперь я сам сокрушу тебя. Попробуй. Вот так вот. Друзья, вот такие вот... Ой, нифига, я должен с ним драться? Ёпрст ты. Эй-эй-эй-эй. Слушай, ребят, ну... Да что ж ты... Ты чё, серьезно что ли? Ты мне... Он мне еще сзади паладинов выпускает. А ну-ка попробуем, попробуем. Нужно как можно быстрее, ребята, его уничтожить. Куда он там побежал-то? Чё там делаешь-то, дуралей? То есть вы хотите сказать, что... Да хорош ты! Кто там, там хиляет старикан этот? Вот так вот, ребят, не все так просто, как я думал. Вот тебе и схваточка. Ну, попробуем заново. Попробуем, друзья, заново. Может быть, если от него почаще побегать, он успокоится, угомонится. Вот так вот, если их рубить. И в этот момент to battle. Прикрываться. Ага. Где там лучники эти, паршивые? Да-да-да-да-да, я понял, что вот этот монах, которого надо уничтожить, естественно. Лучника тоже нужно уничтожить. Ну где там? Вон он бежит. По мою душу, да? Стреляем, друзья, стреляем, пока есть возможность такая. Отнимаем как можно больше здоровья. Ну, этого, естественно, мы раскромсаем сейчас. Ну, отлично. Продолжай бомбить. Снаряд, снаряд. Стрела в стрелу. Он взрыв получился. Так, пытаемся, друзья. Осталось совсем маленько здоровья. Совсем маленько. Лишь бы меня не подвело. Есть! Фух. Ты прикинь, я все-таки выполнил эту миссию. Ты победил, Гаррет. Сруби мою голову и положим конец этой войне. И что мне делать с твоей головой? А вот твой меч и твоя армия мне пригодятся. Служить тебе? Ну, знаю, знаю. Между нами нет любви. Но ты всегда сражался с честью. Почему же мы не можем сражаться бок о бок? Ты настоящий рыцарь, сэр. Думаю, я многому могу у тебя научиться. Возьми мой меч и моих солдат. Мы пойдем за тобой. Вау, вот это развязка, друзья. Открыто новое заклинание. Сэр Брутус переносит на поле битвы бывшего разбойника сэра Брутуса. Нифига себе, ребята. Вот что значит проходить второстепенные задания. У меня не было этого сэра Брутуса. Ух, елки-палки. Смотрите, встреча с вождем, понятно. Защитник кристалла 2? В плане, погоди-ка, защитник кристалла 2. Это что-то новенькое. Так, друзья, давайте-ка мы, наверное, сходим на Орду Вепрей. Попробуем там пройти. Может быть, у меня получится. И, может быть, что-нибудь нам дадут новенькое. Поехали. Я знаю, что это задание очень сложное, но стоит попробовать. Так. Перебить всех врагов Вепрей и так далее и тому подобное. Ну, я вроде бы подкачался маленечко, да? Должно быть сейчас намного лучше, чем было в первый раз, когда мы с вами играли. Там у меня ничего хорошего не получалось. Куда ты прешь? Куда ты прешь, я тебя спрашиваю. Ну да, конечно. Нету... Ай-яй-яй. Тихо. Хорошо, что она, друзья мои, очень шустренькая. Прыгает. Тихо. Так, 11 уровня, да? Слушай, ну ура. Просто на вылет они идут. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, Фрея. Перепрыгиваем. Бомбим. Так, перепрыгиваем. Перепрыгиваем. Пока все удачно. Давай бомбить дальше. Фух. Тихо, тихо, свинушки. Свинушки.
Успокоились. Нормуль у меня выходит. Тихо, здоровая свинья. Подхватила, а? Так, давай ее накумаривать. Иди сюда, свинота. Нормуль. Подрезал, так скажем, крылышки. Тихо. Ну куда ты вот лезешь-то вперед, батьки, в пекло? Хорошо. Главное, что мы с вами зарабатываем денежку. Для последней стычки это очень нам пригодится, потому что вы поняли, что нам прокачиваться надо будет очень сильно и жестко. Ну, минус кабанчик. Продолжаем нашу эпопею. Так, вон там, ребята, вышел еще один кабан. Элитный, так скажем, да, 7 уровня. Естественно, мы сейчас его попробуем расстрелять. Смотри, какой он сложный. Он, по-моему, последний остался. По-моему, да, больше никаких кабанов нету. Да, чтобы царствовал один. Но убейте выстрелами в голову минимум 30 врагов. Ну, у меня не получилось, но тем не менее я зарабатываю деньги. А для меня это показатель. Фух, так, встреча с вождем и лазерное шоу. Побочное задание. Ну что, пойдемте на лазерное шоу. Зайдем и глянем, что тут у нас такое. Так, ни один враг не должен пройти. Выполните серию убийств минимум из 12. Это как понять? Пока не знаю, друзья. Лазерное шоу. То есть мне дают... А, слава богу, хоть кто-то есть. Я думал, что мне дали только лишь... А так... Ну куда ты бежишь, а, красавчик? Куда ты, я спрашиваю, бежишь? Шелупень детская. Ни один не должен пройти. Куда не должен пройти? Кто-нибудь мне скажет? Но какой уровень? 21. Вы серьезно, что ли? По-моему, лазерное шоу я солью. Я с 14 уровнем не смог сразиться, а тут сами видите. А, вот оно что. Вот оно что. Фу, так. Слушай, есть шанс. Друзья мои, есть шанс. Ну-ка. Да ладно, что, серьезно, что ли? Так, хорошо, мы этих заморозим, предположим, и бомбить. Все, я теперь понял, как можно их вырубать. Друзья мои, их замораживаешь. Не должен ни один пройти. Куда? Наверное, сейчас ворота мне проломают, и это означает, что пройдут, да? Да. Все, я теперь врубился. Ну, я не знал, что вот этот кристалл замораживает. Точнее, я мог догадаться, что он замораживает, но что после этого можно... Красным их сразу уничтожать, вот этого я не знал. Теперь я знаю, естественно. Теперь все будет немножечко по-другому. Из снарядов у меня только кристаллы. Тут я могу только лишь шамана призвать. Естественно, мне выгоднее вызывать здесь драконов. Вы понимаете, почему, да? Так, погнали. Так, ну что? Их надо как-то в кучке, что ли, держать? Ну, давай попробуем вот так вот. Вот совсем другое дело. Совсем, ребят. Ух, другое дело. Давай вызовем дракошу нашего. Я так понимаю, что он здесь ничем защищаться не может, да? Отбиваться, соответственно, тоже. Но здесь мои дракоши это вообще ни о чем, потому что ничего не могут сделать. Мы можем с вами вот так вот сделать. Так, отлично. Тихо. Давай вызовем пушкарика сюда на всякий случай. Ага. Еще пушкарика. Замораживаем. Шикарно, мне нравится. Лазерное шоу, да? Не зря такое название. Ух ты. Кстати, огненный кристалл очень быстро бомбит. И мне это нравится. Смотри, что мы можем делать. Ты понял? Просто имбомбище. Шикарно. Шаман, ты куда пошел? Куда пошел, шаманишка? Стой на месте, дурак. Сейчас там сейчас завалят, родненький ты мой. Он не понимает. Он дурачок, он не понимает. Так, ну а мы с вами продолжаем нашу эпопею по заморозке и по уничтожению. Ой-ой-ой-ой, куда это он там разогнался-то? Давай вот так вот сделаем. Что такое? Что такое, подожди. Подожди.
замораживаем. Подбиваем. Давай, 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 луч бомби. Лазерное шоу, да? Действительно, блин, лазерное шоу. Ай, хорошо, хорошо-то как. Так, друзья мои, тролли вышли. Вышли тролли. Мы с вами делаем вот так вот. И вот так вот. Теперь давай бомбическую силу наяривать. Слушай, прикольно, мне очень нравится. Слушай, вот если мне дадут если мне дадут в последнем битве красный кристалл, это будет, точнее, какой-то у меня красный? Нет, синий мне нужен, да? Синий. Тогда я с этими троллями смогу разобраться. Ну а без него, вы сами видели, очень тяжело. То есть я их не могу пробить. Я бомблю этим лучом, но это фигня все полнейшая. Я думаю, что ты со мной согласишься в этом плане, да? Давай, давай, давай. Чё ж так? Чё ж я не могу пробить-то? Надо замораживать. Так, ну естественно, мы не должны пропускать их. Может быть, тролля? Тролля вызвать. Тролля, как вариант, можно, конечно, позвать-то. Почему? Подожди, подожди, подожди. Какой тролль? Вот так вот. Заморозили. Уничтожили. Фух. Драконов у меня здесь достаточно хватает. Они их немножко засаждают. Замедляют, тем самым, конечно же, замедляют. Так, где магия? Замораживаем. Хоп. Пробиваем. Так, интересно, мой тролль справится? Как думаешь? Слабоват. Слабоват троллишка-то. Слушай, мне надо их как-то всех в кучу здесь соединять. Победа! Хух! Чётенько, друзья мои, все прекрасно. Но мне ничего не дали новенького, самого вот что обидное. Дают только денег. Почти 40 тысяч у меня, прикинь. Хух, так, победить вождя Овнорога. То есть у меня закончились... Слушай, а может быть нам уровень сложности сделать полегче? Тогда мы сможем с вами победить его. Как думаешь? Давай-ка зайдем в снарягу, посмотрим. Не дали мне кристалл мой? Нет, до сих пор только лишь красный. Погоди-ка, а может быть мне надо зайти в замок? Может быть здесь глянуть? Давай посмотрим с тобой. Это все? Это максимально, что ли? Хм. Так. Что у нас тут? За что это отвечает? Я уже забыл, если честно. Так, ладно, давай назад. Пойдем с тобой. И зайдем в снарягу. Кристалл. Он у меня прокачан до 5 уровня. Но мне не хватает ледяного сюда, понимаешь, кристалла. С ледяным, конечно, я бы смог бы здесь что-то сделать. Но... Так. Прокачать. Ты прикинь, сколько он сейчас будет стоить, а? Сколько денег нужно? 25 тысяч, чтобы он стал у меня 10 уровнем. А мне не хватает еще 5 тысяч. Да, друзья, тут как-то фиг знает. Ну вот как вот я тут должен вот... М? Фрей мне здесь, естественно, не поможет. Если я сейчас этот уровень сфейливаю, я попробую, ребят, посмотреть, может быть, еще где-то есть дополнительные задания. Почему мне действительно не дали синий кристалл? Только лишь красный. Я вот этого не могу до сих пор понять. Так, ладно, попробуем пока здесь их вот так вот бомбить. Да, Фрея, я знаю. Знаю, что против огромных троллей мы с тобой здесь вообще ничего сделать не сможем. Просто вообще ничего сделать не сможем. Ну, это максимум, что я могу сделать, да? Бросить бомбочку и все. Такой дешевый урон, на самом деле. Они 12 уровня. Ты понимаешь, 12 уровня. У меня тролли пока лишь 10. То есть мне нужно их прокачивать, еще и прокачивать. Ну, по крайней мере, чтобы у них появилась вот такая вот броня. После этого я, может быть, был бы с ними уже на равных. Ну, где 5000 голды мне еще взять, я пока не знаю. Понимаешь, я пока не знаю. А деньги нужны. В обязательном порядке.
Драконы, конечно, стараются, я ничего не говорю, стараются тут как можно больше нанести им урона, но это бесполезно. Ну-ка, Фрей, давай посмотрим. Кто там так дико и нелепо ржет? Так, а если мы посмотрим вот, вот в этих вот? Ай-яй-яй, вообще урон минимальный, друзья мои. Ну-ка, ой, с удара просто снесла. Прикинь, 12 уровня Фрею сносят просто на ура. Что, ну давай еще вызовем дракона. Я уже не знаю, что тут сделать. Бомбить всеми доступными магиями и так далее и тому подобное. Куда ты пролетел, снаряд? Черт тебя подери, а. Вот и Авнарог, друзья мои, стоит. Вот этого остается лишь подбить. Ну, не получится, да? Не хватит у меня мощей, к сожалению. Пробить и магии нету никакой. Все на откатах, друзья мои. В общем, здесь я проигрываю. Я не могу справиться вот с этим вот троллем. Если бы мне его как-то подбить, может быть, драконов подкачать маленечко, как вариант. Да что ты? Свой же дракон мне помешал. И у Авнарога очень мало здоровья. Слушай, ну, в принципе, друзья, можно, можно его победить, если, если нам с вами укрепить... Знаешь кого? Я вот только сейчас подумал. Драконов. Не троллей, а драконов. Ну, я думаю, что этим мы с вами займемся уже в следующей серии. Так что, друзья мои, спасибо большое за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!